Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить Don't Starve Together. Я надеюсь, меня нормально сейчас слышно. И даже если чуть-чуть тише говорю, ты меня все равно слышишь. Я попробовал чуть-чуть подкрутить микрофон, чтобы не было слышно вентилятор. И с вентилятором попробую записать, потому что, ну, жара, я не могу. Плюс 38. Все, жопа, я не могу. Так, давай-ка по-быстрому возьмем вот так и вот так. Понял. Поменяем с чем. Давай вот синим. Это что вообще? Ледяной посох. Он нам как раз таки, я знаю, не нужен пока что. Правильно. Создаем максимум вот этих. Быстренько-быстренько создаем. И сейчас надо будет бежать на поверхность, потому что у нас зима уже. А зима — это плохо. Так, и пока что нам может пригодиться? Давай-ка... О, вот сейчас алмаз у нас есть, вот этот вот самый, не? Крафта, который поменьше будет делать. Амулет крафта нет. Нет, плохо. Да куда же ты побежала? Подожди, забирай вот так. Ого, места аж так не хватает. Тогда давай сюда закинем что-что-что. Какие безделушки? Красные. Не, красные надо на поверхности, они нам тут не нужны. А вот зеленые тут можно оставить, и это забираем. Хорошо. Так, ага, тулицитовую пыль еще можно вот сюда вот закинуть. А теперь быстренько делаем биту. Давай сделаем раз, два. Че, она бросила на пол или... Ага, вот она. Хорошо, вместо чего? Вместо душ. Но душ нам тоже нужен. Как-никак жара. Так, давай еще одну биту сделаем, тулицитовую. Хорошо. И вот так поменяем с топливом ужаса. Топливо ужаса закинем сюда. Еще одну биту возьмем. Вместо чего? Вот, вместо еще тулицита. А, у нас его даже две штуки. Нифига себе. Давай вот так. И броню, может, тулицитовую еще можно будет сделать. Ой, нет, все, понял, нельзя. Тогда побежали обратно уже, все. Так, а где мы? Ага, стой. Да я понял, что сейчас замерзать буду, но не надо, пожалуйста. Блин. У нас еще и рассудок в жопе. Так, у нас что, плюс 5 рассудок, все, плюс 5. А, слабовато, ладно, тогда побежали на поверхность, срочно надо туда бежать. Так, а у нас где наш помощник-то вообще находится? Без понятия, ну ладно, просто побежали на поверхность, срочно нужно добежать. Ладно, ничего страшного, просто бежим, бежим. А я души не убрал, подожди. Раз, две дубинки, три. Три, а души... Ну и ладно, тогда потом прибегу, когда в следующий раз сюда. Уже закину. Пещеру зимой мы не будем исследовать, потому что у нас беда с пещерой, видишь? А у нас, если что, есть... Нет. У нас ничего нет для того, чтобы согреться. А, подожди, или четыре. И оно не будет, и она не будет замерзать. А ну... Она будет вообще замерзать в пещерах зимой или нет? Хотя это первый день, но я бы не стал проверять. Но его нафиг, лучше просто побежали домой и все. Демоны-обезьяны, естественно. Оп-оп-оп-оп-оп, как мы четко отбежали, видал? Быстренько обходим, 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 и я потерялся. Зачем я эту карту крутил? Вот так, да? Блин, ладно, придется через низ бежать. Как вас много-то, а? Потом уже вернемся сюда весной, а весной, ты знаешь, это ничего нам не мешает. Хотя говорили, весной не лучший вариант сюда приходить, но у нас есть зонтик. Глаза-зонтик, реально. Так что почему сюда плохо приходить весной? Да, может, драться с кем-то и неудобно будет. Ай, пока у нас на башке зонтик. Но, просто побегать, пособирать тулицит, например. Поделать брони, шлемов, это вообще будет шлемов. Может, даже так. Так будет намного лучше. Ай-яй-яй-яй-яй, один рассудок, тогда давай. О, тефтели. Их и не жалко, в отличие от аптечки, тратить просто так. Рассудок, конечно, падает быстренько. Надо успеть добежать. А, нам надо щупальца еще поломать, чтобы на ту часть подземелья попасть. Но нам туда тоже не особо-то сильно надо. Ой, кролик еще тоже за нами бежит. Да что ж такое-то, а? Что ж так повезло-то? Ой, так-так-так-так-так-так. Я туда вообще бегу, нет? Так, вот выход, хорошо. Отлично, бежим срочно к выходу. Так, мартышки уже отстали, хоть и не все. Ай, лампочки мне бы собрать, конечно. Ладно, надеюсь, тут сразу много лампочек будет. Мало. Ай, еще и не успели. Ну и ладно, тогда лампочки нам, надеюсь, не понадобятся. 6 штук есть. И пусть будет. Ой, а что это? А, один рассудок. Нет, вы типа отстали. Вы же типа отстали, уходите. Как ты долго собираешь? Как же долго, а? Ну, отстаньте, пожалуйста. Пожалуйста, отстаньте, отстаньте, отстаньте. Я быстрее вас, и вы меня не догоните. Ай, уже 0 градусов, это плохо. Ладно, плевать на лампочки. Потом термальный камень возьмем, наберемся температуру. А что, здоровье упало?
Меня успели ударить? Ну нет. Как? Это очень странно. Ладно, в любом случае, нам нужно быстренько бежать и цветов собрать, и нам сейчас еще холодно. Ай-яй-яй-яй-яй. Аптечек мы все-таки потратим, чтобы восстановить хотя бы здоровье, пока не умерли. Но просто с собой постоянно самый минимальный набор таскать, у нас тогда вообще для остального ничего не останется. Место, ты прикинь, зонтик, оружие, Ага, все, я думал, опять забагалась карта. Так, пока 0 градусов еще приемлемо. Так и... Ага. Но уже намекает, что неплохо было бы свою жопу в тепло посадить. Так, адекватный заканчивается, это плохо. О, восстановилось. А чё по 5 адекватности ни с чего вдруг восстанавливает? Очень странная штука. Ну, сейчас пока ночь, мы поспим. Да, поспим. Можно поспать и остудиться, но остужаться зимой хорошая ли идея? Я понимаю, что нет, но у нас другого выбора нет. Давай попробуем остудиться ночью. Посмотрим, что будет. Вот, давай. Так, и типа температура у нас низкая будет. А, ну в целом нормально. Мы хотя бы адекватность ее восстановим, и все. Дальше уже вообще легкотня будет. Так, циклоп. Чуть не сказал индеец. Циклоп придет, это не страшно. Нам надо будет моржа победить, да? Что у нас, Эбигейл 600, нормально, она разберется. И нам нужно будет поискать Крампус. И что ты будешь... А вот так нельзя меня ждать, просто выжидать, слышишь? Нельзя. Я сейчас выйду, он меня ударит. У меня в целом 150 здоровья, но у меня брони нет. Кстати, броню, шлем, оружие, Эбигейл. Что там? Термальный камень, зонтик, зимнюю шапку. И весь минимальный набор, если на все времена года мы будем с собой носить и на разные ситуации. Ты понимаешь, у нас места вообще ни на что не останется. Блин, было бы неплохо, если ты начальный этап прошел уже, несколько лет пережил игровых, то все, потом тебя зима и лето уже вообще никак не смущало, температура на тебя никак не влияла. Но мне очень сильно не нравится, что Эбигейл не может одновременно и одежду надеть, и рюкзак. В чем проблема? Почему? Что не так? Но она же, ну, могла бы в теории так сделать, могла бы, но нет. Хорошо, тогда у нас восстанавливается адекватность, пусть восстанавливается, потому что вот этот зимний босс, он очень сильно у нас адекватность забирает, очень сильно. И я надеюсь, из моржа нам все-таки выпадет, что там, шапка, которая не дает упасть рассудку, это вроде должно выпасть нам. Потому что сколько лет мы пережили, пока ни разу не упала шапка. Тростей мы уже собрали, вообще выше крыши. Так, ну давай, дожидаемся, так, если что, тулицитовые биты мы сделали, нормально. Не понял. Мне кажется, или адекватность быстрее восстанавливается, чем голод падает в летний палатке. Так, лучше бы я в ней спал вместо палатки. Смотри, как восстанавливается быстро адекватность, а голод вообще не теряется практически. Смотри, то есть мы даже не 50 сейчас потратили, у нас было около 140, да? То есть мы 40 голода потратили почти на 100... Ну, на 150, почти, короче, скорее всего, плюс-минус почти до 200 адекватности дойдем. За 40, когда в обычной палатке один к одному, здесь вообще не один, даже не один к двум, даже не один к трем. Хотя, кстати, вот один к двум целым 80, где-то вот так вот идет оно. Ну вообще отлично, тогда надо было изначально здесь всегда спать. Но ты тогда ночью не сможешь ничего делать. Так ночью мне ничего и не надо. Так, сейчас надо срочно будет забрать термальный камень, который у меня где? Скорее всего, в холодильнике, да? Опа, ты чё? А, вечером ты автоматически Ой, быстренько. Термальный камень берем, берем. Синий алмаз сюда закидываем. У нас вот тут шапка есть быстрей. Но шапку нам... Ага, вот так вот делаем. Вот сюда красный алмаз закидываем. Сюда бежим, берем быстренько. Подожди, не замерзай, не замерзай, моя хорошая, подожди. Эх ты, ладно. Чуть-чуть подмерзла у нее жопка, но ничего страшного. Души давай уберем, вот так потом заберем. Потом, что нам нужно? Вот это вот сюда даем. Чтоб избавиться раз и навсегда, все. А дальше мертвые бревна убираем, пока что они нам не нужны. Потом, кстати, у нас там провода было или что это? Да, отлично, отлично. Мы их скинем, они нам все равно не нужны. Честер обязательно берем с собой.
А, плюс питомец еще с собой носить не забывай. Так, мраморная броня, ну нормально, в тебя плюс шапки уберу пока что. Так, шестеренки, они нам не нужны пока что. Шестеренки, они у нас где-то есть? О, есть, ничего себе, сколько, ну одна скорее всего была. Ого, 12 уже. Ну это мощно. 20 мяса. А у нас есть хоть что-нибудь, что можно было бы приготовить? С чем? Допустим, лед и, допустим, мед. Все остальное гниль. Да. Ну ладно. Он сейчас задолбает пикать. Давай мы это заберем подарочек. И сейчас пойдем, во-первых, подеремся с тюленем. Или моржом. Моржом подеремся. Давай быстренько вот так. Раз, два. Мы знаем, что два мяса можно использовать, да? Нет, нельзя. Ну и ладно. Давай так. Лед. Так, так, мясо. Хорошо. Еще мясо. Раз. Раз, два, три. Ну и все на этом, да? Это мясо уже полностью испортится. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Так, слизь гломера берем. Закидываем вот сюда вот. Может, пока что быстренько можно будет сбегать. Давай съедим быстренько. И можно будет ягод собрать хотя бы немножко. Давай, давай, давай. Надеюсь, достаточно будет. Так, у нас из еды что готовить больше нечего. Но у нас еды в целом очень много. Сейчас прям идеальный момент, чтобы драться с каким-нибудь боссом. Как... С каким боссом я могу сейчас по-быстрому подраться? С новеньким. Чтоб не опять же эти сезонные боссы задолбали. Нет, что-то новенькое у нас тут есть. Краб. Краб, для того, чтобы с ним подраться, надо отшельнице помочь. Пока мы с ним не подеремся. Потом в воде какой-то второй босс. Но что-то мне не говорили, как с ним еще. Как его можно вызвать. Потом на поверхности. Кто из боссов остался? На поверхности появится у нас этот. Напомни, как его? Оборотень. Свин. Но сначала под землей надо победить. А кто на поверхности-то у нас остался? Получается, только этот чертополох или как его там? Чертила этот. Клаус. Клаус, во. Ладно. Опа, медовые наггетсы. А, ну допустим. Раз, раз, два, три. Ладно, давай просто посильнее костер сделаем. Дрова не жалко, у нас их полно, тем более мы сейчас оленем еще соберем. Хотя давай, наверное, блин, надо было просто фонарь скинуть. Обидно. Ладно, давай закидываем так. Сколько у нас там еды осталось на день? Ой, на день нормально, слушай. Раз, два, три. Но все не успеем, скорее всего, использовать. Раз, раз, два, три. Да, я, яйцо пашот мне напомнили. Конечно, как делать все. А то я забываю, прикинь. В последнее время я что-то начал забывать, как делать яйцо пашот. А если два мяса с ягодами, все равно не канает. Жаль. Давай так. Раз, раз, два, три. Так, теперь с лампочками надо быть максимально аккуратными. Они у нас скоро закончатся. Давай вот так вот. Раз, два, три. И разочек. Фух, хорошо. Пускай две остается тогда. А, мы можем же пожарить их точно, чтобы срок годности продлить. Правильно? Вот сейчас идеально как раз таки. Давай. А, ну не сильно-то, конечно, мы продлим, но хотя бы хватит времени еще, наверное, лед добыть, правильно? А лед добыть нам надо точку. О, а где моя суперкирка? Она, скорее всего, в подземелье осталась, да? Или я ее сломал? Ну, вряд ли сломал, скорее всего, в подземелье осталась. Давай вот сюда, раз, два, три. А где? А, вот. Так, вот так. Вот сюда давай закинем. Так, монстр мясо вот так положим. А, и вот это тоже надо скорее убрать. Ну и ладно. Сейчас соберем там. Так, слизи гломера. А вот это вот что? Это шишки. Шишки нам не нужны. А, слизи гломера мне сказали лучше всего, конечно, пополнять ледомашину. Там, по-моему, 50% аж пополняется. Нормально. Давай соберем. Оп. Все. Теперь побежали. Сначала бежим к этому. Так, у нас что, броня есть? Броня есть еще в тебе, но лучше вот так вот сделать. И шлем корона есть, но корону пока жалко тратить. Давай тебя возьмем. Хорошо, хорошо, все остальное есть. Бита есть, если что, но не мясная. А мясную я куда дел? Я ее либо выкинул в холодильник, что скорее всего. Либо у меня она в подземелье. Что и так, что так может быть. Так, ну ладно, я... Ой, кирку забыл взять. А, вот мясная бита, куда я вообще смотрю?
Просто я уже автоматически ее определил в ряд еды. Лучше за киркой сейчас вернуться. Лучше вернуться. Быстрее давай, бежим, бежим, бежим. Так, костер мне может пригодиться еще. Мало ли, в какую ситуацию мы попадем. Трава и дрова нужны. Трава у нас где? Вот здесь вот. Давай стак возьмем. Ну, почти стак. И дрова возьмем стак. Потом кирка у нас золотая где-то должна быть. Так, это топор, это не то, что надо. Куда? А, это снег. Ну, снег не страшно. Так, берем одну кирку. У нас две должно быть их. Должно быть две кирки, я помню. Где-то еще одна золотая. Если я ее не потерял, не сломал, ничего с ней не случилось. Да куда ж ты? Ой, Эбигейл. Так, нет. А где? Неужели нет нигде? Да подожди ты. Нет, ну где-то же должен... А, я ж могу вот так сделать, что я забываю. Подожди, вот так берем. Оп, ага, все. Но это был следующий мой сундук, ну и ладно. Все, видишь, 91%, отлично. Все, теперь побежали, нормально. Сейчас и льда сможем добыть, правда, в какую ячейку мы его поставим. Ну ладно, вместо 10%, я думаю, нормально будет. Сейчас подобываем льда. Главное, птицу эту обходить неадекватную. Потому что Эбигейл вообще не хочется тратить. Вот так, все отлично. И добываем льда, хотя бы совсем немножко, хотя бы для тефтелей. Ай, нам надо было бы до вечера, да, успеть? До моржа дойти, потому что ночью, скорее всего, он уже... Ну и ладно, мы пока подобываем лед. Вечер и день. Так, а что ты тогда у меня в руке его держишь? Так как... Не понял. 11, все, а то забагалось, ты видел? Я уже испугался, куда лед пропал. Нет, так делать нельзя, вы чё? Вот так ни с чего вдруг ресурсы будут исчезать? Не-не-не. Вот так, меняем. Так, Эбби, ни в коем случае не делись с ним. Нет-нет-нет, валим. Ох, вас тут много-то как? Не-не-не-не-не. Промазала. Быстрее беги, если жить хочешь. Так, ладно, лед и там где-то должен быть. А вот так мы подбежим, и сейчас лед вот здесь должен появиться из-за пингвинов. Оп, отлично. Соответственно, и лед сейчас заспавнится где-то должен. Давай вот так пока возьмем. Это явно не то место. Вот он, чуть-чуть дальше появится. Отлично, я же сказал. Хорошо, что мы к воде сейчас подошли. Сейчас надо будет и с другой стороны к воде тоже подойти. Че ты там собрать решила? Кучу говна? Не надо нам это. Хорошо, лед. Замечательно. Ну, все равно сейчас будет ночь, правильно? Давай поешь немножко, хорошо. Угу, замечательно. Спать лучше днем, мы увидели. Бревнышко, оно нам надо, нет, у нас целый стак, и нам некуда его собирать. Лед еще появится, это не страшно. Кстати, давай к воде подойдем. А? Что? Мне ведь не показалось, что они из земли только что вылезли, нет? Точно, надо было через шифт добывать. Зачем я вручную через пробел? Это ж долго очень. Отлично, мы льда пособираем, потому что тефтельки нам нужны срочно. Ай-яй-яй, у нас, скорее всего, закончилось место, да? Зато мы можем сделать так. Ой, термальный камень остыл. Плохенько дело, плохенько. Давай тогда уберем чё? Но медовые явно пока что не нужны нам в руках. И вот так соберем. А, это звук, как будто она по снегу идет. По-моему, его только добавили, правильно? Раньше его не было. То, что это меня прям сильно засмущало. Как будто бы циклоп, что ли, появился. Но звук не похож. Это скорее всего, только что добавили. Очень сильно смутил. Его раньше либо не было, либо я не замечал. Не упади. Не упала. Приземлиться на кучку льда жопы было бы неприятно. Так, и куда вторые пингвины пошли? Это было очень странно. Серьезно, вы тут решили поселиться? Прям возле воды, да? Ну просто там опять эти сурикаты, норки. Кто там, норки, правильно? Были. Норки могут напасть на нас и еду нас забирать. Мне этого не надо. Кстати, а что это я делаю? Вот так вот делаем. А хотя нет, давай-ка, нам и камень нужен, правильно?
Все, и лампу сэкономим, и пускай немножко согреемся. Все, замечательно, свет есть, тепло есть, замечательно просто. Ну, в начале зимы не успели подбежать к нему, но в любом случае мы к нему максимум раза два-три успеваем забегать, правильно? Так что, я думаю, сильно-то мы ничего с этого не потеряли, правильно? То, что не в первый, а во второй день подойдем. Ну, может, даже в третий. Как время-то бежит. 40% нормально, нормально. Пока постоим, погреемся. Так, лед есть у нас, лед есть. Давай тоже этот предмет уберем отсюда, вот так вот. Еще что надо? Так, все остальное еда, это пока в каску шахтера не надо, в лампу пока тоже не надо. Хорошо, потому что возвращаться зимой я не хочу. К шарикам этим не хочу, не хочу, не хочу. Че там? Быстрее, быстрее ночь заканчивайся. Сейчас я просто не хочу никуда идти, потому что если мы отойдем от костра, мы, во-первых, начнем остужаться. 37 градусов. Должно либо до 20, либо до 40 подняться, оно не хочет. Потому что мы уйдем от источника света, это мы потратим либо шахтерскую каску, либо фонарь, нам это все не надо, поэтому не трогаем. А кто ж на поверхности еще из боссов? Только Клаус, что ли, остается у нас? Всех остальных мы победили? Ну мы хорош, хорош. Либо я про кого-то забываю, что более вероятно, потому что знаем, какая у меня память. Скорее всего, я просто про кого-то забыл. Прикинь, этот босс сидит, просто ждет меня. А я такой, был ли кто-то еще? Не, по-моему, мы всех победили на поверхности. Ну, здесь, обычные. Правильно, остался Клаус. Ну, и остальные версии сезонных боссов. Барсук, там сказали, какая-то зимняя версия есть. Циклоп олень есть. Злая версия или что-то такое. Типа, сейчас он добрый. Но я не знаю, надо ли мне их получать как-то. В целом, мне впадлу. И надо ли... Так, ну и Эбигейл, если что, еще подсвечивает. Правильно. Нам. Так что нормально, мы не будем еще раз зажигать костер, да и дрова добавлять не будем. Нам это сейчас не надо. Все, видишь? Вот ради 2 секунд оно того не стоило. Давай вот так беги, добывай лед. Так, главное, чтобы они не вылезли сейчас из воды. Вроде не вылезли. Нам бы кирку сейчас потратить полностью. Было бы идеально. Чтобы она место не занимала, пошли вот сюда куда-нибудь. Неужели нигде... Ну ладно, давай вот так вот сделаем. Все. О, бревно. Давай соберем. Все, хорошо. Теперь бежим срочно. Надо прям очень сильно срочно бежать к этому. Кстати, сколько? Почти 2 стака. Ну, маловато. Ладно, но это только в одну сторону. А в обратную на скирке нет. Хотя мы обменяем сейчас золото, может, даже сделаем. Веток мы тоже сможем пособирать сейчас. Но это уже потом. Вдруг мы с Клаусом будем драться. Ай... А мы с Клаусом, если будем драться, то до обезьяны, конечно, долго бежать. А, нет, давай лучше телепортнемся. Если появится Клаус, то сразу с Клаусом. Если нет, нам все равно с того конца леса бежать в самый-самый низ. Проблема в том, что я ни разу не находил вот этих оленей, по-моему, зимой. Я один раз нашел их, но, по-моему, осенью. Все, больше я их ни разу не видел. То есть сказали, либо на этой... локации, либо на шахматно-мозаичной, но шахматно-мозаичная у нас была совсем малюсенькая. Там не могла появиться куча оленей. Соответственно, они где-то здесь должны быть. Либо есть где-то мозаичная, про которую я не знаю, либо не очень-то понял, о какой речь идет. Так, давай идти вот так. Но они же с целым стадом должны быть, правильно? Значит, не обязательно прям к краешку идти. Они в любом случае где-то-то должны появиться, правильно? Хотя бы краем глаза должны будем увидеть их. Но их нет, смотри. Уже несколько зим подряд мы бегаем, и я не нахожу их. Где? Только один раз видели. Может, для этого что-то сделать надо? Может, какого-то босса победить? Может, после того, как мы победим циклоп оленя? Может, после этого появится? Мы по дорожке пробежим, потом наверх еще забежим. И если по левой стороне наверх тоже не будет, то я не знаю, куда они деваются. Чомпер, ой, Чомпер, говорю. Вот этот же за нами бегает, правильно, Честер. Ну вот смотри, где оно? Сейчас опять закончится. Сейчас опять закончится, это плохо, ну и ладно. Даже если закончится, ничего страшного. Нам главное сейчас пробежаться, чтобы ты убедился, что я ничего не халтурю, не обманываю. Здесь просто не появляются олени, видишь?
Значит, на какой-то мозаичной площадке, но я не особо-то понял, какой просто. Те, которые я увидел, плюс-минус, как выглядят, как мозаичные. Но это слишком маленькое расстояние, они не могут там появиться. Может у меня быть такое, что у меня просто заспавнилась мозаичная локация слишком маленькой. Может быть такое, типа еще один баг или что-то такое. Не знаю. Сбой мира. Ну просто смотри, я не вижу тут ничего. Буду надеяться, короче, что морж вечером дома у себя. Ну вот про что я говорю, видишь? Я плюс-минус оббежал. Оленей нема. Кстати, как и мешка Клауса. Соответственно, он бегает где-то на мозаичной локации. Понять бы, что имеется в виду мозаичной. Потому что под мозаичной, я думал, имеется в виду... Сейчас покажу. Вот, вот что-то такое вот. Но это слишком мало, понимаешь? Для того, чтобы целая орда оленей появилась. Соответственно, еще у меня теория, что вот где-то вот здесь вот может быть. Типа темная часть пустыни, но тоже вряд ли. Ладно, нам сейчас к моржу надо, это куда? Вот он, морж. А нам по дорожке вниз надо. О, сразу к свинье-торговцу подходим. У него обмениваем на золото. И сразу к моржу бежим. Может, они появляются не в первые дни зимы, а в какие-то определенные. Но это тоже мне не нравится. Мне еще босса надо клянчить, чтобы он появился. Что это такое? Просто в привычном понимании мозаичная. Ну, я бы прям заметил эту локацию. Ну, если бы она прям мозаичная. Ну, прям мозаичная. Я забыл посмотреть, синие фонари у меня на каком... В каком состоянии, чтобы мы могли сейчас обменять. Ну, посмотреть, кротовуху можем сделать или нет. А ну-ка, источники света. Кротовуха. Одна ягода, два... Блин, у нас для этого все есть. Кроме синего. Синего я не помню. Все, давай побыстрее. Ну да, сейчас до ночи ты вряд ли успеешь справиться, да? Но зато золота мы очень много собрали. Смотри. Откуда у меня, правда, эта проводка? Я не очень помню. Ну ладно, есть и есть, хорошо. Золото нормально, почти два стака вообще отлично. Так, и сейчас нам наверх надо, правильно? Правильно, тут должна быть тропинка, но ее особо-то и нет. Она только чуть позже появится. Это пингвины, это просто пингвины. О, ну тогда сейчас еще одну кирку сделаем золотую, пока будем добывать лед, правильно? Раз этот не появится сейчас, не соизволит. Так, ночью все равно к нему уйти очень глупо, правильно? Потому что нам надо будет его загонять в тупик, чтобы Эбигейл могла хоть что-нибудь сделать. Так, быстренько собираем ветки. Я не знаю, сколько надо. Две штуки, надеюсь, хватит для кирки. Ну, не то, что не знаю, скорее не помню. Давай где-нибудь вот здесь вот поставим. Все, иди сюда. Кирка. Нет, не оружие, это инструменты. Долго идем мы, конечно, до него. Очень долго. Давай вот так вот добываем. Нет, и рот, конечно, закрой. Не надо так открытым держать его. Угу, хорошо. Раз, два, три. Так, нет, рука сейчас точно нам не нужна. Все, хорошо. Собираем пока лед. Ой, нормально, смотри. Опа. Кстати, веточку можно... Даже нет, не сюда. Давай вот так вот добавим в костер, потому что мы знаем, что чуть-чуть, совсем капельку нам топлива в прошлый раз не хватило, помнишь? А вот сейчас за счет этой веточки, считай, исправимся. Так, и где-то вверху еще есть одна глыба, но не будем, не-не-не. Далековато бежать от костра, не хочу. А еще тратить на него дрова не хочется совсем. У нас как раз ровно полный стак, правильно? Или есть кусочек еще чего-то от стака? Нет, смотри, ровно стак. Зато льда уже неплохо так собрали. А у нас оружие какое? Мясное бито, да? Мясную биту будем тогда сейчас использовать. Так, и ягодки можно ли, чтобы поесть? А, у нас тефтельки есть. Давай, оп. Неплохо. 139? Да, 140, хорошо. А то я посмотрел, 149 еды. Я думал, ладно, 1 балл разница, но уже в 10 это перебор. Так, есть что, у нас что-то сильно ненужное, чтобы мы можем в него спрятать.
Деревянная броня пока что нам не нужна, чтобы прям здесь лежала. Ну и все, наверное. Так, хорошо, это догорает, и мы знаем, это можно не бояться. Теперь у нас 100% костра хватит до конца ночи, хотя мы разожгли на 2 секунды раньше. Соответственно, 2 секунды от палочки может не хватить, буквально на секундочку, надо будет под Абигейл постоять. Но ничего страшного, главное, чтобы сейчас рука не появилась, это будет плохо. Так, термальный камень, нормально, 27 градусов, маловато, было 37. Или чем меньше процентов прочности, тем меньше он согревает нас, тем меньше он в себе как бы энергии может запасать, либо холодной, либо теплой, да? Это плохо тогда, если это так. В светлячках, я так понял, мы не можем стоять, потому что в прошлый раз на нас накинулись. Так, ну и давай, догорай сейчас. Честер, давай, оп. Зря пепел оттуда не собрали, конечно. Кстати, кирка. Вот, кирку нам не нужно с собой носить, все. Так, побежали, побежали, побежали. Сейчас давай разозлим ее, чтобы она сразу атаковала. Да что ж такое, я опять выбираю путь не по тропинке. Все, хорошо. Сейчас, я надеюсь, нам шапка это выпадет. Атакуй. Ай, почему именно по мне, слышишь? Да почему вы тоже по мне? Давай, 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 мы его окружаем, давай, давай. Ой, тут они прям тут рядом, так и не надо. А, еще и давайте, конечно, пингвины, давайте. Давай, добивай деда. Красава, давай, 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 давай. Ого, он от наших ударов просто на месте застывает. Офигеть, смотри, он убежать не может. Хорошо, шапка! Наконец-то! А, у нее тоже прочность, но это плохо. Подожди, соберем лепестки, давай сразу съедим. Мясо соберем, положим куда? Я не знаю, вместо чего. Лампочки почти испортились. Ладно, давай до конца фонарь зарядим и каску. Это в тебя закинем. Так, мясо нельзя никуда убрать, да? И места уже тут для когтей тоже нет. А я, кстати, что вы понял? Ладно, давай здесь бросим. О, это съедим, заберем. Да успокой... Хотя, ладно, давай добей, посмотрим, что из него выпадет. Хорошо, давай вот так забайте, матери. Давай, 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 давай. Красава, и что из него выпало? Понятно. Ладно, возвращаемся назад. Выпала наконец-таки шапка. Что она? Утепление. Какое утепление? Рассудок плюс 6. Это оно, что ли? Плюс 6 рассудка? Я думал, это какая-то каска, какой-то шлем. Ну, честно говоря, я думал, это будет шапка, как знаешь, у этих китайцев в мультиках. Вот эта вот соломенная большая. Я почему-то думал, что это она у нас сейчас будет. Не знаю. Ну ладно, допустим... А, вот, теневые шахматы мы можем еще призвать, точно. Но это бифла надо приструнить. Мы знаем, что один здесь и где-то еще был. Но я не помню, где. Где-то еще был. Поближе. А, соляные острова мы еще не нашли. А, пчела у нас тоже босс есть, точно. Теневые шахматы и пчела. Но с пчелой зимой, я думаю, сражаться глупо. К тому же... Я не очень-то помню, что там для нее надо. Ладно, сейчас убираем лед, хорошо. А ну-ка, шапку... Ну, нет, не зимой. Это лучше в подземелье. Она что, тратиться будет от ударов? А, мы ее, скорее всего, зашивать сможем, правильно? Все, а то я расстроился, что она просто испортится и все. А каждый раз вот так добывать это слишком сложно. Мы можем ее зашивать, как вот такую вот. Утепление, конечно, меньше дает. Тогда это будем использовать не зимой, а просто использовать его в подземелье. Надеюсь, рассудок будет просто медленнее падать. И сломать ударами, я надеюсь, нам ее не могут. Если я вдруг забуду поменять на шлем, надеюсь, это не уничтожит ее. Так, что там нормально? Нормально. Сейчас надо будет ночью поспать в палатке. Так, давай пока все поскидываем. Да что ж такое? Ты гадишь и гадишь ими. У тебя срачка или что? Так, давай-ка вот сюда вот позакидываем. Так, так, так. Наверное, тефтели. Ну, пока рановато тефтели. Давай в тебе, что это, забираем золото обязательно в первую очередь.
Так, хорошо, дальше в тебе что еще есть ненужного? Так, деревянная броня нет, пускай будет. Тут это вот закинем. Сюда есть место? Куда-нибудь. Хорошо. Дальше в тебе еще порох. Порох тоже сюда закинем. Еще что-нибудь есть у нас? Так, лишнего больше ничего. Согреться нам пока не надо. А мясо у нас вот здесь вот лежит. Объединим, чтобы вот побольше свежесть была. Это уже мясная бита почти использую. Опа, кстати, возьмем так. Для костра, наверное, сделаем вот так, чтобы... Термальный камень будет нагреваться, если вот так возле костра? А мы можем его возле костра бросить в целом, да? Ну, бросить давай. Все, чтобы он нагревался. Печка нужна, точно, печка. Я совсем забыл, подожди. Источник тепла, ультрапечка. Чешуйчатая печка. Вот, два красных и уголь. Уголек у нас где? Вот он. Уголек. Вот. Красные алмазики, тоже не зря. Принес все-таки, а я хотел там их бросить. Ой, там можете уйти? Встали все. Так, и чешуйка у нас была вот здесь. Все, отлично. Создаем себе ультрапечь. Чешуйчатая печь. Вот здесь вот поставим ее. Где она вообще мешать не будет? Где? Да вот здесь вот. Все, и она вечно типа гореть должна. Так, и вон там можно будет хорошо термальный камень согреть. Главное его не сломать, мне говорили. Не нажать дестрой, хорошо. Так, ну пока что ночь, давай поспим. Так, посмотрим. Ну, света она очень мало дает. Очень мало. Но зато мы теперь сможем, если что, термальный камень быстренько нагревать. Это плюс, огромный плюс. Да, в этой палатке, конечно, лучше не спать. Лучше спать в охлаждающей. Она намного круче. А в подземелье, я так понимаю, охлаждающая палатка. Мы можем в ней спать всегда, не только днем, правильно? Если да, то это вообще шикарно. Лучше я ее буду прям везде ставить. Прям вообще везде. Ну да, термальная печка дает света максимум, чтобы к ней впритык встать такой. И не умереть от ночи. Так у нас голод слишком быстро заканчивается, понимаешь? Ладно, сейчас проснемся, побежим возле печки будем стоять. Потому что, мне кажется, не хватит. Хотя, смотри, зато восстановилась адекватность. Вот и чем нам сейчас заняться? Ну пошли, наверное, приручим баффало, правильно, бифало. Сначала соберем травы и пойдем его приручать. Потому что, ну, больше тут нечем заниматься. И будем пока что тягать мраморные фигуры. Они же еще раскиданы по всей карте. Надеюсь, на самой карте они отмечаются. Так, для него седло, скорее всего, нужно будет, да? И удочка с морковкой. По типу Майнкрафта. Так, ну, блин, мы не проживем, конечно, с таким голодом. С такой с такой сытостью. Не проживем до утра. Жалко. Бежим к печке. Она ж тепло дает, надеюсь. Да, дает тепло. Замечательно. А ну давай проверим, как она хотя бы работает. Открыть. Я тебя понял, вот так. Ну и насколько быстро. А это считается прям быстро? Ну... Просто я думал, быстро это быстрее, чем один раз в секунду. Ого, он не станет раскаленный прям, как лава. До сколько? До 40, по-моему, градусов мы помнили, чтобы он поднимался. Ну, 48, ну, наверное, 48 в целом максимум. А, слушай, тут лучше несколько термальных камней сразу хранить. О, 49. Кстати, тефтелька нем. Еще одна. Так, адекватность не должна падать, все. Хорошо, в рюкзак положили, уголь... Стоп. Так, это вообще несправедливо. Давай вот так. Хорошо, хорошо, дальше, дальше, дальше. Что-то нам надо, надо. Давай лучше побегаем, поищем, где здесь мозаичная площадка. Просто я ни хера не понял, где она именно. Просто все так написали на мозаичной. Все, и типа это понятно должно быть. Вот, кстати, мраморные части, скорее всего. Мраморные. Фу, мозаичные. Кстати, надо будет мрамор проверить, что там. Ну, просто тут не сказать, что прям откровенно видно, чтобы прям мозаичная была. Какая-то территория.
То, что это в пустыне будет, я сомневаюсь. Давай я сейчас быстренько прочту, что за мозаичная территория. Потому что что-то я вообще не понимаю, что за прикол такой. Сейчас давай вот так вот встанем. Что-то я не понял. То есть я все правильно понял? Мозаичный у нас есть, и он супер маленький, и так и должно быть. Что это вообще? Чего? То есть получается мозаичный биом, вот он. Но он слишком маленький. Кстати, прикинь, прям как в Википедии, один к одному. Точно такой же нарисован. Ну, получается стопудово он. Тогда спрашивается, и где эти олени? Ну их тут нет. Получается все. А, вон, кстати, повыше тоже, по-моему, есть. Почему это прям мозаичный? Он не особо-то выделяется. Давай попробуем чуть выше подняться тут. О, прикинь. Бу-бу-бу-бу. Как вас пугать? На, падла. Да нет, ты ударила не прям, чтобы это нужно было. Вон, деревья, давай. Ну, слишком маленькие деревья, по-вашему, серьезно? О, спасибо. Соответственно, мы взяли. Хорошо, и сейчас драться придется. Надо подготовиться. А где мешок? Теперь нам мешок еще надо искать. Так, ну мешок, он как должен выглядеть? Наверное, примерно как мешок, правильно? Хорошо, с этим разобрались. Мешок выглядит примерно как мешок. Осталось понять, где он. Ну, скорее всего, тоже где-то здесь же, правильно? Опа, это что такое только что тут было? Телепортироваться не надо. Это, наверное, их дом сейчас должен заспавниться, да? Ух ты, а это что? А, это я оставлял. А ну-ка, поднять, это что? Поймал что-нибудь? Понятно. Не очень-то и хотелось. Я думал, вот эту вот штуку бабка откроет нам. И где мешок? Так, ну хотя бы урок есть. А можно несколько выбить, на всякий случай? Потому что я уверен, что я сейчас с Клаусом накосячу. Так, уже вечер, да? Так, ну хорошо, давай их напугаем. Во, кстати, деревья с этой стороны есть, значит, мы будем пугать их. Хотя они тут везде есть. Вот ты конкретно. Бу-бу-бу, давай. У-у-у. Давай, убегай, убегай. Вот дерево, идеально, давай. Вот, кстати, тоже много дерева. На, отлично. Ого, да подожди, нам столько рогов-то и не надо. Не, я, конечно, мог накосячить, но я ж не прям всю игру должен просрать. Блин, а где мешок-то? А, это тоже, считай, мозаичная, наверное, локация, да? Блин, она тогда довольно-таки большая получается. А я еще не знаю, как мешок-то выглядит. Не, ориентировочно я знаю, в целом, в жизни видел мешки. Но не мешок Клауса, понимаешь? Теперь нам надо бегать территорию, а я даже примерно не представляю, есть ли какая-нибудь погрешность, с которой может появиться мешок. Типа плюс-минус 5% на границе, может быть, с территории. Но я получил рога, ну-ка, если смотреть. Мы захватили жизнь этим рогом. Понятно, слишком быстро говоришь. Они даже не пытались сопоставить слова. Они просто коротенькую мелодию сыграли и все. Так, и чё, и где? Вы все еще атаковать приманка цвет, в смысле атаковать? Нет. И где? Хоть примерно. Блин, он же реально, по сути, может быть и вообще где угодно. Так, ну мы хотя бы нашли рога, соответственно, этой зимой мы подеремся с Клаусом. А вот сегодня или нет, вот этого я уже не скажу, потому что... Считаю, вообще без понятия, где он там может быть. Так, ну вот это как будто бы похоже тоже. И вот это как будто идеальное место для... Опа! Воронка. А где мы окажемся, если ее сломаем? Вот это мне прям тоже очень интересно. Давай-ка в тебя позакидываю. Раз... Два, три рога. Ой, они еще разные. А мне какой-то конкретно нужен рог? Просто ради интереса. Я хочу посмотреть, что там. Просто обычное любопытство. Я хочу посмотреть, куда мы телепортнулись. Это же получается, какой-то один из выходов мы потеряли? Какой? А? Вот это надо будет узнать. Прикинь, мы сразу к боссу подземному телепортируемся. Но это будет обидно. Нам сейчас туда не надо. Зато щупальца не придется ломать. И недалеко от нашей базы дом. Так что нормально.
Да, можно прям сразу к боссу, давай. Я просто буду знать, что тут есть выход, и все, откатик сделаю. Так, стоп, оп. О. Да не уж, спасибо. А чё дождь? Сейчас зима, ребят. Вы... О, лампочки собрать, я забыл опять. Ну и ладно, ничего. Подождем, пока сейчас прогрузится, потом еще раз прогрузится, потому что мы спустимся, надо будет собрать лампочки. Потом еще раз. Подождем, пока прогрузится. Давай, пока я бегел, разнесет летучих мышей, потому что они меня напрягать, я уверен, сейчас будут. Они сейчас еще атаковать нас будут. Так, а где у нас Эбигейл примерно? Где-то вот здесь вот находилась, правильно? Где-то в этой области. Отлично, рога от Клауса есть, значит, скоро с самим Клаусом будем сражаться. Давай. Давай, мочи их. Все. Все, успокойся. Теперь быстренько собираем лампочки, потому что они нам не... А, мы их потратили. Ой, я уже думал, куда они делись? Куда я опять их мог деть? Фух. Думал, сгнили уже, убрал, что ли. Не-не-не-не, все нормально. Я их просто потратил, чтобы они просто так не испортились, и все. Зато у нас 100% каска и 100% фонарь. Ну и хорошо. Сейчас собираем еще лампочек. Надо по-быстрому, пока тут не прибежали какие-нибудь враги вражеские. Давай вот так. Темно. Серьезно, пауки? А, ну да, серьезно. Я вижу даже почему. Ладно, давай вот так вот быстренько пробежимся. Мы так температуру, конечно, потеряем сильно. Вот так убирай, быстрее, быстрее, быстрее. Надеюсь, мы сразу большое количество, нет, лампочек найдем. Видимо, нет. О, тут и морковки. Кстати, тут удобно будет зайцев разнести и поставить где-то недалеко на поверхности их. Ой, а что-то вы прям близко так к моему дому подошли. Так, быстренько. Ох, валим, 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 валим. Все, 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 я понял. Все, 15 лампочек нам пока что хватит. Мы будем очень аккуратно их тратить, и нам должно хватить. Правда, уже почти температура закончилась. Значит, сейчас поиски Клауса откладываются. Бежим согреваться. Вот и где нам его найти? Может, он на карте как-то отображается? Или мы собрали сейчас рога... А может, олени-то появились на мозаичной локации? А после того, как мы собрали их рога, то тогда уже появится мешок, и уже появится он в каштановом лесу. Может быть такое? Да вполне. А может быть, что у таких вот малюсеньких биомов несколько штук? Почему? Температура повышается. Не, просто ради интереса, она возле ямы этой повышается? Серьезно, а почему? Серьезно? Это ж не термальный камень нам делает, правильно? Кстати, где он? Да, у нас там температура медленно, но повышается, почему? Ой. А. Да куда, да кому ты там рычишь? Так, куда мы бежим вообще? А, где мы? А, вот так должно быть, вот так вот. Очень все странно. Очень странно и непонятно. Опа. А кто это выкопал тут? Добавить заметки. Ух ты. Ну ладно, пусть будет. Так, а Клауса осталось найти. Может он быть сейчас сверху? Или он, скорее всего, возле этих оленей? Вряд ли бы мешок был далеко от них. Но, с другой стороны, мы вроде как пробежали. Если он не выглядит как камень, и я его не пропустил, то, по идее, все правильно должно быть. Не знаю. Ладно, сейчас у нас температурка уже довольно-таки низкая. Давай быстренько к печке подбежим. Как хорошо, что у нас теперь печка есть. Это замечательно. Давай быстрее бежим, 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 бежим к ней. Все хорошо. Давай закинем сюда камень сразу, пускай лежит. А мы пока что алмазов 16 красных. Откуда у нас столько? Или мы оттуда и взяли их? Ладно, давай вот так вот сделаем. Хорошо. Пока что давай закинем красные алмазы. Да, это все, что у нас есть. Ладно, ничего страшного, они нам сейчас не нужны. В тебя заберем, уберем точнее. Кирку обязательно. Все, остальное нам ничего не надо, кстати. Кремень нам пока тоже не нужен. Кремний. А, так, и что у нас получается? Так, надо будет шапку еще подшить сейчас немного. Это звук печка, что ли, делает вот это? Наверное, печка делает. Так, давай-ка зашьем еще шапку.
Хорошо, нормально. А теперь я не знаю, попробуем еще раз здесь пробежаться немножко на мозаичном биоме. Просто меня смущает, и если это реально он, то он довольно-таки маленький, и мы его, скорее всего, видели в нескольких местах. Просто вот это вот тоже как будто можно за него посчитать, посмотри. Абсолютно одно и то же. Зелененький с легко оранжевым, бежевым прыгающим цветом. По сути, у нас таких мест очень много. Вот это вообще вся территория похожа на него. Блин, вот тут есть, кстати. Кстати, вон там очень много места, давай пробежимся, посмотрим. Так, ну если что, рога у нас все равно... А чё ты ко мне пристала вообще? Даже не ко мне, еще обидней. Так сколько ты урон? 44 наносишь. Против Клауса нормально ли? Но если что, у нас есть такая, 60 урона. Нормально. Ну, по сути, подожди, это та же самая мясная бита, просто не портится. Зачем тогда нам лицитовая будет? У нас что, получается, реально мясная бита, это имба на всю игру? Странно. Так, сундук. Фу, мешок Клауса. Где он? Его может быть несколько на карте, но вряд ли, да? Ой, это у меня так подсвечивается сильно. Термальный камень, жесть. Он нам платье с рюкзаком не прожжет ли? Угу. Не вижу, пока что не вижу. Кстати, вот оно, вижу вот повыше чуть-чуть. Это все можно считать мозаичной локацией. Кстати, вот здесь подозрительно каштаны растут. 4 возле озера. Да ладно, ты же даже не наступила, ты рядом пробежала. Скорее всего, не оно, да? Хотя вот это вот место, смотри, очень подозрительно выглядит. Ладно, выше тут чуть-чуть есть. Да в целом тоже может быть чуть-чуть вот такой вот маленький-маленький кусочек. Это не считается, нет, тут не будет мешка. Тут много льда, но лед нам сейчас точно не нужен. Льда мы уже плюс-минус собрали. К концу зимы разве что можно будет еще немножко пособирать. Но пока что он нам точно не нужен. Нам нужен Клаус. Мы так можем бегать до посинения, реально. Он может отдельно от оленей появиться? Ну, если может, это плохо. Потому что олени у нас рядом, а то в каштановом лесу еще неизвестно сколько... Ну, смотри, эта территория реально тогда получается огромной. Она просто поделена кусками разными. А если поделена кусками разными, я быть просто в другом где-нибудь конце, может быть. В другом конце карты закинут мешок, и все, и мы его не найдем. Надеюсь, этот босс хотя бы не разочарование. Посмотрим, что он вообще делает. Как он нас будет, не будет выносить. Что за звуки? Так, олени, вы можете подсказать, пожалуйста, а где мешок? Чё вы ржете? Хе-хе, типа спрятали, да? Типа он где-то рядом. Ближе, чем я думаю, да? Где-то у меня под носом, скорее всего, да? Чё вы угораете-то, сидите, а? Ходят олени. Так, ну если даже олени ржут, значит я его скорее... Прикинь, он где-нибудь за елкой, я просто не вижу из-за камеры, из-за положения камеры. Это охренительно будет. Или какой-то секретик есть, опять же, с этими. Ну и ладно. Давай вот так вот бросим, хоп. Ой, ты сразу, смотри, у него рабочий день кончился, он сразу... Я спать. В отрубе жестком. Так, нам надо срочно найти Клауса. Почему срочно? Потому что у нас вот еда хилки заканчиваются. Их надо бы сейчас идеально было бы потратить. Сейчас еще обиднее будет, если мы пройдем у Клауса без получения урона. Это прям вообще обидно будет. Так, хорошо. Забираем так. Берем вот так в руку. Хорошо. Неужели он вверху все-таки? Сейчас чуть-чуть еще побегаем. Если нет, значит он вверху. Правильно. А как бру... А. Хорошо. Берем вот так кирку. Так, это вот сюда закидываем. Вот так вот сделаем, чтобы быстрее было. Я через шип делаю. Так, собрали, допустим, кирку тоже убрали. Фонарь у нас в руке. Давай еще чуть-чуть, буквально капельку походим. Если не находим, то и все. То и ладно.
Так, еду пока использовать не буду. Если что, аптечку использую съедобную. Ну что, неужели не будет мешка? Но он же должен быть где-то. Еще хуже, если я его несколько раз пропустил. Вот это вот вообще грустно будет. Так, ну я вот так пробежал. Если что, на карте он должен был появиться тогда. Мешок Клауса, не? Вот как вот эти вот отобразились. Соответственно, он у нас тут не появляется. Соответственно, вряд ли он у нас тут есть. Правильно? А может, он тут как-нибудь отобразился? Значит, скорее всего, есть мозаичная еще где-то отдельно. Малюсенькая территория. Где будет Клаус? И нам, получается, в этой зимой не получится его найти, правильно? И придется уже следующей зимой искать. Но это тоже такое себе. Я хочу сегодня найти ее. Его. Этой зимой. Из него должен же лут, по идее, хороший выпасть, правильно? Раз его так тяжело найти. Реально, я его просто выискиваю. Обычно боссы должны меня искать, а не я их. Что за неуважение уже пошло? Лунный камень, это просто пенек. Ну так, идем вдоль дорожки. Я не знаю, если его сейчас не будет, значит идем вверх смотреть. А если вверху тоже не будет, ну все. Соответственно, я его либо не заметил, либо он заспавнился еще где-то. Может, есть что-то, что указывает на его мешок. Какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь направляющая. Так, можно уже как бы все, потому что фонарь очень быстро тратится ночью. Очень быстро. Вообще ничего. Даже приблизительно. Даже в предположении у меня нет. Где этот мешок? Как он выглядит? Так, ну рога мы нашли, правильно? Ну, не я думал, будет проще мешок найти. Типа, найдем мешок, а после этого надо напарящийся найти ключ. Че так ярко? Аж карту не видно. Реально, смотри, переборщили, перекрутили с яркостью. Ну и все, я не вижу. Давай телепортнемся и уже там посмотрим. Но если опять же нет, возможно, он где-то может еще находиться. Вообще нет идей. Вообще. Подожди, а если мы одно щупальце снесем, куда оно нас телепортирует? Получается, оно вынуждено будет нас телепортировать в правильное место, правильно? И вот здесь надо супер внимательно бегать. Здесь прям очень внимательно надо. Кстати, как там с Клаусом? Подожди, если мы сейчас будем драться, лучше Бигейл убрать, чтобы он ее не убил. Потом посмотрим, что это за босс. Может, Бигейл нам поможет даже. Но мне не сказали для него что-то там строить невероятное. Значит, по идее, он должен быть легкий. Да ладно, температура. Подстава. Блин, и уже сильно довольно-таки упало. Не хочу просто лес случайно поджечь. Нам этого не надо. Смотри, ну он, по-моему, вот так вот быстрее нагревается, не? Если просто валяется. Да, по-моему, побыстрее немножечко, чем когда у нас в руках. Ладно, придется одну тефтельку съесть, потому что мешок Клауса что-то я не нахожу пока прямо от слова совсем. Но мне почему-то подсказывает чуйка, что он где-то вот здесь вот. Я не знаю почему. Прям жесткое ощущение, что он где-то там находится. Сейчас главное, чтобы нам камень нагрелся, и мы уже с камнем нагретым сможем бегать. Самим нам нагреваться, да мы и так в целом нагрелись. Где же он может быть? Мозаичную, ну мы вдоль и поперек просто осмотрели ее, правильно? Если я ничего не пропустил. Мы вот это вот, всю территорию вот это вот оббегали, плюс вот это вот. А вот здесь мы, кстати, не заглядывали, по-моему. Хотя, скорее всего, заглядывали. Но сейчас, если что, пробежимся по правой стороне. Потому что по левой мы уже несколько кругов навернули, а вот по правой мы пока не особо-то много где были. Сейчас после леса. Если там тоже нет, ну тогда на сегодня все. Может, ты что-нибудь подскажешь, может, его как-то можно увидеть. Может, он наоборот сейчас пока не появится, и я зря бегаю. Потому что, ну согласись, странно. Мы уже даже рога нашли,
Мы обижали такую территорию, но чисто случайно хотя бы уголок экрана должен был задеть мешок, и он бы на карте отобразился. А так, смотри, вообще ничего. Может, там как-то особо деревья растут. Или хоть что-нибудь, кто-нибудь намекает на присутствие его. Потому что пока что что-то прям вообще ни о чем. Фу, ты каштанами блюешь? Нифига себе. Вот это имба прям. А можно как-то приручить вот этого вот? А, и ты жрешь. Ты жрешь, а потом блюешь, что ли? Нет. Наверное, как-то можно, не знаю, он, что он съел? Я не успел увидеть. Наверное, можно приручить, чтобы он нам каштановые деревья постоянно давал. Саженцы. Клаус, Клаус, Клаус. Надеюсь, ты хотя бы здесь, и я тебя сейчас найду. Иначе я просто зря тут пробегаю. А это еще обидней. Так, алтарь нам не нужен пока что. Хотя вот прямо рядом с алтарем было бы неплохо. Если что, даже плевать. Воспользовались бы даже алтарем. Да-да-да. Если бы он сейчас тут появился. Но нет, так нет. Ну, чувак, ну реально, ну это не смешно. И где? Так, ну летучих мышей мы не боимся. Они очень медленные. Все бы враги у такие были бы медленные. Ну тогда телепортируемся и смотрим по правой стороне внизу. Куда ты перепрыгнула? По правой стороне внизу, если и там тоже не будет, то... У меня просто нет идей даже. Только вот сейчас, я боюсь, ужасное стечение обстоятельств будет. Сейчас начнется ночь, и мы его найдем. Но нам же еще надо его открыть, правильно? Поэтому не боимся вообще. Даже если найдем, мы его просто открывать сейчас не будем. Главное, чтобы автоматически не использовалось. Так, ну вот, мы по правой стороне идем. Клаус, Клаус, Клаус. Как много льда появилось. Так, ну, давай с этой стороны. Вот, это последний уголочек. Вот здесь я мог пропустить, да. Вот здесь согласен, мог пропустить. Но как ты видишь, тут тоже вообще ничего. То есть даже если бы я его тут пропустил, он тут не появился. Ну а что поделать? Ну все, я по сути все осмотрел. Мы сколько уже, ползимы потратили. Кстати, сейчас еще и должен одноглазый прийти. Ну я все осмотрел. Моя, если что, совесть чиста. Я только траву пособираю по-бырому и все. Пока у нас есть хоть какой минус 10. Это плохо. Давай, собери траву немножечко. Потому что у нас она заканчивается, это плохо. Вот эта вот трава, что у нас сейчас есть в руках, это вся. Лучше ее пособирать, конечно, пока есть шанс такой. Внимательно смотрим за температурой. Когда температура уже упадет, тогда все. Заканчиваем, пока хватит травы. Все, стак есть, отлично. Опа, уже начала падать, это плохо. Кстати, может каждый этап камня тратится по 5%, типа с серого на желтый 5%, желтого на оранжевый 5%. И обратно, с оранжевого и с синим, кстати, то же самое. Может, мы его туда-сюда тягаем, поэтому так сильно попадала прочность. Ну и сейчас можем еще понаделать термальных камней. Я не знаю, говорили использовать зашивалку, но зашивалка намного дороже, чем этот камень. Ты что, на камень нам почти никакие ресурсы не нужны. Они буквально у нас под ногами валяются, взял да сделал, все. Да и камень мы не так часто используем. А вот одежду зашивать, вот это да, вот это нужная штука. Набор для шитья. Хм. Как удобно. Вот этот мод мне нравится. Правда, я рассчитывал, что она сразу моментально будет все делать. Да, это хоть и небольшая халтура, но все-таки. Это было бы очень сильно удобно. Я даже на такую небольшое жульничество пошел бы плевать. Просто, чтобы не растягивать это все. То, что так вручную, это, конечно, геморно. А что за звук такой? Главное не пропустить циклоп, когда придет. Потому что мы видели, барсук уже раза два появился вообще беззвучно. Ну вот, почему? Как так? Как ты собрал, пропустил это, а? Что, в моем желудке? А, ну...
Это просто оповещение, раз 50 травы осталось. Ладно. Давай срезанную траву тоже соберем. Замечательно. Пусть ее не так сильно много. Так, все, нормально. Хотя ящериц очень мало. Я так понимаю, еще не появится, если я свежую траву не посажу, да? Так, ну нормально. У нас хотя бы трава. Смотри, 2 стака дополнительных собрали. Это хорошо. А вот то, что фонарь так сильно потратили, это плохо. А, еще один подарочек, серьезно. Так, это вот здесь трава? Да, отлично. Так, эту лампу забираем. Вместо кирки кирку убираем в тебя. Так, ты отдавай-ка слизь свою. Так, ну все. Пока что оставим вот так все, потому что я реально пока что не знаю, где Клаус. Куда он мог деться? Я думаю, ты подскажешь. Может, как-то я неправильно посмотрел или не на то обратил внимание. Или что? Ну, просто он должен был появиться, правильно? У нас циклоп олень скоро придет, уже зима закончится. Оленей-то я нашел, допустим. А вот что делать с этим циклопом, я не знаю. На этом все. Короче, можешь подписаться на канал, чтобы вести следующую серию. Также все ссылки в описании. И скоро увидимся.